Здравствуйте, друзья. Вот вечер, кормить буду. Пока так сильно не гоняю. Вчера выпускал более взрослых. Немного полетали. Тут в Сапсан не прилетел. Не знаю, может быть, быстро вычисляет молодых, вот и прилетает. А вот моя голубятница. Привет. Рвется сюда. И вот сейчас кормить буду. Сегодня чеснок помешал им. Чеснок, у нас перепады температуры. Конкретно вот, наверное, неделю назад снег вообще был. Ну, не у нас, конечно, чуть ближе к горам. Но все равно там снега не было в это время года. И снег пошел. И у нас холодно, почти 100% влажность была. Вот мелкая. 100% влажность была. И вот у меня один пескун захворал. Я отделил его. Начал сопливить. Засопливил. Ну что, Миечка? Засопливил и отделил. Ну и хуже. Ну, в общем, я ее убрал, друзья. Убрал. Ну, сейчас я насыплю, поставлю на паузу. Вот остальные здесь. Вот. Сейчас я насыплю. Вот тоже пару поменял. Вот она. Вот скоро яйца должны, наверное, снестись. Тут вылупились сегодня. Вот птенец. Тут вот сидят, тут птенец, где он? А, вон он выскочил. Вот он, малыш, выскочил. Сейчас насыплю. Опа! Давайте. Пока на паузу. Вот эти уплетают. А это вот. Давай. Белка. Чё кричишь? Чё кричишь? А? Ладно, не ругайся. Вот уплетают, друзья. И, конечно, жалко. Ну, бывает, болеют, не знаю, за перепады температуры. Вроде все остальные нормально. Да, и хотя иммунитет, может быть, не очень. Ну, ладно, не ругайся. И иммунитет, может быть, не очень, кто его знает. Вот этого одногнездка. Вот он, по-моему, вот он. Вот он, да, его одногнездка. И вот он заболел. Ну ладно. Удачи вам, друзья. Здоровья вам, вашим семьям, вашим детям. Всем здоровья и мира над головой. Удачи.